Доброго дня, дорогі друзі! З вами знову я, Вадим Трюхан, і моя авторська програма «Дипломатична кухня Трюхана». Сьогодні ми започатковуємо новий формат «Гість по скайпу». І, звичайно, що тема, яка найбільш нас всіх турбує, що відбувається зараз в Росії, чи на Росії, як у нас люди говорять і правильно говорять. От. І яким чином події, які там відбуваються, відобразяться на війні, яку веде змушена вести Україна проти Росії, війні за незалежність, за свободу, і що буде з Росією в найближчі місяці. Буквально на днях Владимир Владимирович Путін пішов на серйозні кроки. Він, по-перше, оголосив часткову мобілізацію, по-друге, вони прийняли рішення провести референдуми на тимчасово окупованих територіях, по-третє, вони вже прийняли наші тимчасово окуповані території до складу Російської Федерації. От. Але, тим не менше, війна продовжується, ми намагаємося звільняти наші території. От. І від того, наскільки успішною для нас, в кавичках, а для них, наскільки успішною буде часткова мобілізація, і які наслідки цих референдумів буде залежати і подальший перебіг війни. Для того, щоб обговорити ці теми, розібратися все-таки, як відреагувало російське суспільство на останні події, які перспективи в Росії, виходу з тої ями, в яку штовхає Владимир Владимирович Путін, я запросив до нас в студію по скайпу Дмитрія Галкіна. Це відомий російський журналіст, політтехнолог. Він довгий тривалий час працював в Україні, а зараз перебуває за кордоном, зрозуміло. От. Доброго дня, Дмитрій. Доброго дня. Перше до вас... за запрошення. Приємно. Перше питання до вас коротке. Росія нарешті в якійсь осяжній перспективі може повернутися до демократичних принципів розвитку і до демократичної побудови свого життя, відмовившись від цієї експансіоністської, агресивної, я би сказав, навіть нацистської зовнішньої політики і ну, десь навіть покаявшись за злочини, які скоював путінський режим і нинішня російська держава? Ну, вот, понимаете, здесь вот что надо понимать, что имперский проект – это не просто выдумка Путина, да, то есть не Путин не выдумал имперский проект для России, и имперский проект – это не просто какие-то там пожелания российского общества, что вот российское общество, оно по каким-то причинам решило вот, поддерживать имперский проект и тратить на него ресурсы национальные и общественные и всякие прочие. Имперский проект является основой для существования этого режима. То есть, если не будет имперского проекта, то и режима этого не будет. Поэтому отказаться от имперского проекта режим не может принципиально. Он его должен поддерживать и реализовывать, потому что это единственное средство его легитимизации как в глазах общества, так и перед какими-то элитными группами, ну и даже, так сказать, перед силовыми структурами. Окей, Дмитрий. Если имперского проекта режим не существует. А? Дмитрий, мы про это поговорим детальнее. А зараз розширена візитівка Дмитрія Галкіна. Дмитрій Галкін – політичний консультант, політичний оглядач, журналіст. Народився 10 січня 1971 року в місті Алма-Ата. У 1993 році закінчив історичний факультет Московського державного університету. З 2001 по 2017 працював в Україні в якості політичного консультанта і політичного оглядача. У 2014 виступив зі зверненням до російської громадськості із закликом не підтримувати анексію Криму. Після повернення в Росію у 2017 році виступав проти агресії Росії в українських та іноземних ЗМІ. Працював також заступником головного редактора журналу Foreign Affairs Chronicles. Після початку російським політичним режимом повномасштабного збройного вторгнення в Україну виїхав з Росії, щоб мати можливість вільно висловлюватися на підтримку України. Наразі перебуває в Чорногорії та бере участь в організації проєктів, пов'язаних з обговоренням механізмів міжнародної безпеки, покликаних зупинити російську агресію та не допустити її поновлення. Отже ж, ви досить слушно зауважили, я, до речі, з вами згоден, що цей режим існує, поки існує імперський проєкт. От, і відтак нинішня російська держава, Владимир Владимирович Путін, його оточення, його команда будуть робити все для того, щоб режим утримався при владі, щоб перемога над Україною була
досягнута, да, і щоб імперський проєкт продовжував розвиватися. Да? Натомість ми, Україна, будемо робити все для того, щоб Росія не перемогла Україну, щоб Україна перемогла, от, і щоб режим Путіна був демонтований. Ну, така от, якби, протиріччя, да? Тобто абсолютно непримиремі дві позиції. А тим не менше, ми бачимо, що за перші 7 місяців оцієї гарячої фази вже 8-річної війни, чи вона вже 9-й рік продовжується, да? Російський проєкт почав давати збої. Ну от не виходить Путіну за 3 дні завоювати Київ там, і Україну, за тиждень, там, за там, я не знаю, до 15 вересня хотіли Донецьку, Луганську область зараз захопити. Ну не виходить, тому він іде на крайні заходи. На перше після Другої світової війни мобілізація, часткова нібито, ну ми бачимо, що вона широкомасштабна. Да, там, референдуми на тимчасово окупованих територіях, де навіть закріпитися ще не встигли. Як на це реагує російське суспільство? Російське суспільство починає усвідомлювати, що це тупіковий шлях, чи до сих пір підтримує Путіна і його нинішню політику, як і раніше? Ну, знаєте, російське суспільство вже більш неоднородне, ніж українське. Тобто, різниця між російськими регіонами. Если вот убрать, так сказать, Донбасс и, скажем, Львов, да, или там Ивано-Франковск, то разница между российскими регионами, она зачастую превышает разницу между Донбассом и Ивано-Франковском. И, так сказать, это понятно, что Дагестан или Кабардино-Балкария, у них образ жизни совершенно не такой, и общественный строй совершенно иной, чем, скажем, в Петербурге или в Московской области, или в Москве. То есть российский регион очень различный, российское общество очень различное. Если мы говорим об обществе, да, то есть мы, как о, скажем, о той его части, которая проявляет какую-то социальную активность, какую-то политическую активность, это небольшая часть российского общества. Скажем, процентов 20-25, они, конечно, осознают, да, я думаю, что по-разному реагируют. Кто-то, понимаете, же говорит, что им еще же вся сила имперского проекта в том, что люди понимают, что отказ от имперского проекта потребует кардинального переустройства и социального, и политического, и сложившихся отношений межличностных в обществе. И поэтому они опасаются такого переустройства. У них очень негативный опыт переустройства, да, 91-го года, связанный, кстати говоря, только с частичным отказом от имперского проекта. Россия не отказалась в 91-м году от имперского проекта, окончательно отказалась. Частично. И тем не менее кризис был такой, что он до сих пор оказывает травмирующее воздействие на сознание российского общества. Поэтому те, кто боится, да, любых перемен, они, конечно, начинают еще больше поддерживать. Они еще больше машут флагом, еще больше рисуют букву Z, и я не знаю, что они еще делают. Но вот та часть политически активное общество, которое понимает, что продолжение нынешнего курса – это катастрофа, которая будет еще более опасна, чем любые перемены, они реагируют по-разному. Кто пытается убежать, и это настроение не то, что вот мы сейчас убежим и пересидим войну, а большое количество людей покидает Россию навсегда, то есть с тем, чтобы не возвращаться ни при каких условиях, ни в случае каких-либо перемен, ни вообще, так сказать, не рассматривает возможность возвращения. И это первая реакция самая распространенная, и вторая распространенная реакция – это такой скрытый протест. Вот мы, как люди советского позднесоветского общества, очень хорошо понимаем, что такое скрытый протест. Когда ты внешне сохраняешь лояльность, ходишь на комсомольские или на партийные собрания, говоришь то, что надо в своем кругу, а за пределами служебных каких-то постах, а в своем кругу говоришь совершенно другие вещи, рассказываешь, так сказать, высказываешь какие-то свои страхи, опасения. И я вот знаю и по своим знакомым, которые наблюдают за тем, что происходит в российском обществе, и, так сказать, по каким-то наблюдениям в социальных сетях, я вижу, что вот это явление принимает массовый характер. Mm-hmm. Вот как это, скажем, сравнимо с 88-89 годом, когда все еще сохраняли, видимо, лояльность власти, но уже понимали, что власть стоит на грани, что ее судьба может быть очень быстрой и печальной, и поэтому и видели все слабости власти, и поэтому уже не стеснялись в критике. Так вот, мне рассказывают, я сам вижу, что люди, которые сейчас работают на каких-то
государственных структурах, корпорациях государственных, которые раньше вообще стеснялись, да, не хотели высказываться на эту тему, теперь, по крайней мере, в своем кругу открыто критикуют власть, говорят, что была совершена огромная ошибка 24 февраля, что так не надо было делать, что это просчет. Это не, замечу, это не этическая позиция. Да? Они не говорят, что как же так, что случилось, мы напали на другую страну, убили несколько десятков тысяч людей, разрушили города, как же мы теперь будем за это все расплачивать? Нет, это прагматическая позиция. Вот это вот так было делать не надо. Был плохой расчет, был неправильно рассчитано. Как можно было не думать о том, что Украине будет помогать НАТО? Как можно было предполагать, что помощь НАТО окажется, так сказать, не повлияет на ход и характер войны и так далее? То есть Путина начинает обвинять в плохом расчете. И хочу сказать, что для российского общества это вот в отличие от украинского, где обвинение в неэтичности позиции, да, гораздо более серьезное, чем обвинение в плохом расчете. То есть в украинском обществе можно сказать, вот он поступил неправильно, зато хорошо. Вот в российском обществе так нельзя сказать. Если он поступил неправильно, то это и нехорошо. То есть обвинение в такой прагматической ошибке, оно для власти, для российской, гораздо опаснее, чем обвинение по какому-то, так сказать, этическому проступке, да, по преступлению. Дима, спасибо за вот эту позицию. Это очень, кстати, важно понимать, какие тенденции происходят сейчас в настроениях. Вы вот сами сказали, что российское общество, оно довольно неоднородное, в отличие от того же самого украинского общества. Ну вот возьмем события последних дней, недель, там двух недель, да, в том же самом Дагестане мы видим серьезные протестные акции, которые привели даже к тому, что президент Путин, президент России, должен был отдать приказ Кадырову там, задействовать кадыровцев для их там, усмирения. Чего, кстати, насколько мы сейчас понимаем, не произошло. Но вот, а где вот те точки, и есть ли они прорывов или разрывов, где может начаться уже, ну, скажем, для власти неконтролируемый процесс отторжения центральной власти? То ли это только Дагестан, либо это может быть домино-эффект, и оно перейдет на другие национальные субъекты, типа Якутии, там, Башкирии, там, Чечни и так далее. Ну, я хочу сказать, что, во-первых, национальный субъект рознь. Есть, где низкий уровень жизни, как в Дагестане, да, скажем, или в Бурятии, или в Тыве. Там люди живут бедно. И поэтому для них вот это вот... спецоперация имеет большое, так сказать, значение, потому что они, даже если не хотят идти, их призывают. И у них нет денег откупиться, дать взятку в военкомате, даже нет денег убежать. Это люди, которые живут очень и очень бедно в своей массе. И поэтому, конечно, для них, кроме протеста, не остается другого выхода. Да, то есть житель Москвы может, не знаю, переселиться бабушке в Саратов или куда-нибудь там уехать, уйти из-под влияния военкомата, из-под внимания военкомата, или там попытаться уехать за границу. У жителя Дагестана или Бурятии такой возможности, как правило, нет, потому что он намного беднее. И это, а у жителя Башкирии или Татарстана, вот там такая возможность есть, что Башкортостан, Татарстан – состоятельные регионы, и там, так сказать, уровень жизни достаточно высокий. Это, во-первых, так, разная, так сказать, разная степень протестности, потому что в некоторые национальные регионы, например, у Финно-Угорские республики Поволжье, там никакого потенциала протеста нет, а в Якутии он есть, потому что в Якутии есть традиция протеста, еще начиная с 90-х годов. Россия в Якутии было очень сильное движение в начале 90-х годов за социальные перемены, это так называемое демократическое движение. Понятно, что оно было полностью провальным, но какие-то все-таки последствия его существования для общества несомненны. В том числе, так сказать, там, где оно было сильное, там остаются традиции протеста. В Якутии есть национальная идентичность. Не будем забывать, что Якутия является одной из немногих республик России, которая снимает собственное кино. Причем, так сказать, снимает 25 фильмов в год. Наверное, примерно как Украина до войны. Не, ну Украина уже больше. А сколько Украина? Ну, 40. Ну, где-то, да, вот 40-50 уже есть. Это
40-50, ну да, да, ну два раза меньше, да, население Гивая, население Якутии там, поскольку в 15 раз меньше, там в 10 раз меньше, чем украинцев, но в 15. То есть это говорит об огромном запросе. То есть это же, так сказать, они же снимают эти фильмы в условиях того, что есть российский кинематограф, да, большой российский кинематограф. Они снимают собственный кинематограф, потому что им хочется смотреть фильмы про себя, про собственную жизнь. Это очень сильный показатель национальной идентичности, региональной идентичности. Mm-hmm. Потому что я думаю, что там противоречие между русскими и якутами, живущими в Якутии, оно меньше, чем противоречие между, так сказать, по отторжению политики центра. Поэтому национальный регион рознь. И я не очень верю в эффект домино, потому что они все разные. Mm-hmm. Там, где есть проблемы с мобилизацией, и есть клановые структуры, как на Северном Кавказе или, скажем, на Алтае, которые могут обеспечить в условиях, когда все полностью контролируется информационное и политическое пространство властью, вот это пространство клановых, межклановых отношений власть не может контролировать. Угу. Советская власть его не контролировала с огромным ее аппаратом, да, а российская власть тем более. Поэтому там где-то остается, там остается возможность для организации протеста. Это первое способ организации протеста в регионах. Второе, я думаю, это будет достаточно традиционно. Мы находимся же еще в самом начале пути. Все забывают, что у Запада не было изначально цели взять и заставить Россию мгновенно остановить конфликт. Не было и нет эмбарго на нефть. Эмбарго на нефть, это был показатель того, что Запад хочет мгновенной остановки конфликта. Запад ввел такие санкции, которые только начинают действовать. Действие этих санкций по всем математическим моделям, оно будет заметно, вот так вот сказываться на повседневной жизни людей не раньше декабря-января. Угу. Поэтому здесь это традиционный российский, советский метод, то есть фактор протеста, связанные с дефицитом товаров, с отсутствием нормальной работы, с низкой заработной платой, с отсутствием возможности прокормить нормальную семью на эту заработную плату. Mm-hmm. Это то, что мы видели в 90-91 году, когда протест mm-hmm. принял массовый характер, не организован, разве в советском обществе были какие-то структуры, которые были способны его организовать или куда-то принести. И он, сказать, может, не имел никакого политического результата, за исключением того, что он показал элитам, в том числе региональным элитам, что центральная власть не справляется, и с ней дальше по пути идти опасно, потому что она будет перекладывать все свои огрехи, все свои ошибки и всю тяжесть сложившегося положения на плечи региональных властей. Mm-hmm. Понятно, что в большинстве регионов российских, региональные элиты уничтожены, но это не значит, да, что они не смогут быстро достаточно возродиться в условиях социального кризиса. Дмитрий, смотрите, как бы там ни было, но постепенно украинская армия вытесняет расистов, вооруженные силы Российской Федерации из своей территории. Уже освободили Харьковскую область, ранее Киевскую, Черниговскую, Сумскую. Сейчас идут широкомасштабные боевые действия, как мы знаем, в Луганской области, в Донецкой и на юге Украины. Вот. Как мне кажется, до последнего времени российское общество очень спокойно относилось к тому, что вот там где-то что-то не складывается так, как говорил великий Путин. Да? А вот что может стать для российского общества переломным моментом? Условная потеря Херсона, Донбасса, взрыв Крымского моста, либо потеря Крыма, после чего российское общество уже скажет: слушайте, а король-то голый. И начнет уже пытаться решить вопрос смены власти внутри своей страны. Возможен ли такой вариант, такая ситуация? Или это в принципе невозможно? Ну, в принципе невозможно, чтобы российское общество пыталось решить вопрос смены власти внутри страны, что российского общества нет инструмента. Вот мы же не можем взять и отремонтировать автомобиль, если у нас там нет гаечного ключа хотя бы. Да? Абсолютно. То есть у российского общества нет инструментов. А что у российского общества есть? Есть партии? Нет партии. Есть СМИ? Нет СМИ. Что есть-то? Оно может только выйти на улицу и потребовать. Это вот мало для смены власти как таковой. То есть нужны какие-то другие группы, обладающие инструментами, которые бы увидели эту реакцию российского общества. То есть это более сложно. Да? То есть это не то, что общество меняет само, но общество дает сигнал
тем группам, которые сейчас связаны с властью, получают выгоды от ее существования, может быть, так сказать, ее открыто поддерживают даже, а что в стране что-то не происходит не так, что складывается опасная ситуация, и с властью надо расставаться. Это типичная, это позднесоветская ситуация. Mm-hmm. То есть все те институты, которые были созданы в 90-е, в начале 2000-х годов, путинский режим в 2014 году разрушил, поэтому у него не осталось других средств управления, других средств социальной мобилизации, кроме внешней агрессии. То есть здесь еще надо понимать, что внешняя агрессия – это средство внутреннего управления в значительной степени. Ну, абсолютно. Поэтому я не очень верю, что можно взять, так сказать, и поменять при помощи массового протеста ситуацию. Задача, так сказать, функция политического массового протеста – это дать сигнал элитным группам, что что-то, так сказать, происходит не так, надо срочно принимать действия для смены власти и собственного спасения. Окей, а кто эти группы? А кто, Дмитрий, извините, что перебиваю, а кто эти группы? Кто может принять решение, что Путина нужно убрать, режим нужно заменить, провести какую-то, я не знаю, реформацию, реформирование самого государственного устройства, либо, по крайней мере, государственного управления России? Есть ли такие группы, условные там, генералы, ФСБ, кто? Ну, а от существования власти же получает, так сказать, это множество людей выгоды. Но и множество, так сказать, это не выступает против власти, потому что боятся, что риск борьбы с властью превышает те выгоды, которые можно получить в случае победы. Вот есть региональные, они были уничтожены на предыдущем этапе развития, да, то есть уничтожение региональных элит предшествовало агрессии против Украины. Но сейчас, когда у власти пойдут дела плохо, региональные элиты, они пытаются всплыть, так сказать, и захватить какие-то, я думаю, что рычаги управления в собственных регионах по факту, да, да, так сказать, это не политическими, а какими-то другими методами. Да, все это. То есть региональные элиты, и я считаю, что в отличие от 90-х годов, свое слово можно сказать, и силовая элита, потому что армия. Потому что армия больше всего страдает от подобного, от подобного развития событий. При этом армию долгое время уверяли, что она сильна, могуча, что у нее нет соперников, что все ее боятся. И тут оказалось, что не то, что она сильная, могучая, да, какая-то, не знаю, китайская, американская армия, а армия украинская, которая не вкладывала, не обладала возможностью не вооружаться, да, потому что у Украины не было денег, в отличие от России, которая экспортирует нефть и газ, Украина нефть и газ покупает. У Украины не было денег на вооружение армии, у Украины не было мотивации, да, в отличие от России, для создания мощной армии. Всегда, так сказать, это до 2014 года любой бы украинский президент, который бы сказал, давайте повысим в 3 раза расходы на оборону, он бы просто рисковал потерять своих избирателей. Особенно, так сказать, какой-то президент прозападного, такого демократического оттенка, как Ющенко. Да, я просто не представляю там, Ющенко, выступающего за какое-то многократное увеличение расходов на оборону. То есть у России были все основания, да, у той России, из которой создавала собственная российская пропаганда, и в которой само российское общество и сами силовые структуры российские верили, были все основания ожидать, что война с Украиной будет короткой и победоносной. И когда этого не произошло, я думаю, что самое сильное разочарование испытала армия. И я думаю, что силовые структуры могут сказать свое слово в случае дальнейшего развала и армия. Я думаю, что могут сказать свое слово какие-то крупные олигархические структуры, которым это тоже все совершенно не надо и которые теряют. Но не «Газпром» и «Роснефть», которые могут рассчитывать на то, что им государство компенсирует потери, какие-то другие структуры, связанные, например, с экспортом металлов, или с производством продуктов питания, которые в значительной степени в России зависят от импортного оборудования, от импортных добавок, составляющих, и сейчас находятся под угрозой. То есть я думаю, что есть какие-то группы, которые могли бы взять на себя вот функции вот такой
коррекции вначале. Я думаю, что просто здесь это опять-таки будет по советскому образцу. То есть вначале они будут пытаться подкорректировать режим, а потом поймут, что он для коррекции не поддается, и начнут строить различные сценарии его смены. У нас многие эксперты, да и политики, конечно же, считают, что велика вероятность того, что Россия распадется. Что в 1991 году фактически была первая серия дезинтеграции империи, Советской империи, либо Орды, еще некоторые называют тоже. Вот. А сейчас практически мы подходим к этапу уже завершения процесса распада, и как раз речь идет о распаде на множественных лоскутков, на базе тех субъектов федерации, которые есть, их 83. Вот. Как вы считаете, при благоприятном развитии ситуации для Украины, сохранение поддержки Запада, сохранение динамики освобождения оккупированных территорий и так далее, вот, падение дальнейшее в результате очевидной победы Украины где-то в обозримом будущем над армией Российской Федерации, каковы большие шансы, на что больше шансы, на то, что Россия останется в том виде, как она есть, при какой-то минимальной реформации, либо даже сохранении режима, который возглавит кто-то из соратников Путина, либо есть шансы на развал России и образование, по крайней мере, части территории демократических государств, которые будут пытаться выстраивать линию поведения, общепринятую в Европе и в демократическом мире? Ну, здесь все зависит от двух факторов. Первый фактор – это что будет быстрее. Быстрее ли будут возрождаться региональные элиты, или быстрее будут формироваться какие-то группы внутри федеральной, общенациональной власти, готовые заниматься коррекцией, а затем уже, так сказать, заменой режима. Угу. Вот мы знаем, что в советском обществе региональные элиты формировались быстрее, точнее, они уже были в значительной степени сформированы, угу, к моменту начала перестройки, и поэтому они, так сказать, и потом сумели, когда стало понятно, что центральная власть совершенно не справляется, что ее крах неизбежен, они сумели взять властные полномочия в свои руки. Российские региональные элиты находятся в значительно худшем состоянии, чем национальные элиты в советских республиках накануне перестройки. Они разгромлены и раздавлены. Путин и его окружение учитывали советский опыт, и поэтому, прежде всего, они давили региональные элиты. Они практически нигде не сохранились. Это первое. То есть процесс их возрождения займет больше времени, чем потребовалось советскому обществу. Поэтому у тех групп, которые будут бороться внутри центральной власти, больше шансов раньше прийти к власти, чем региональные элиты, так сказать, начнут брать полномочия в свои руки. Это первый фактор. И второй фактор – позиция Запада. Мы знаем, что Запад не хотел развала Советского Союза, да, и мы помним, какие усилия предпринимал президент Буш для того, чтобы уговорить Украину отказаться от мысли выхода из состава Советского Союза. Запад хотел, чтобы из состава Советского Союза вышли отдельные регионы. Страны Балтии нынешние, ну и, может быть, там Грузия, Армения. Все остальное, так сказать, Запад не очень интересовал. Наоборот, Запад было, хотелось бы, чтобы сохранилось какое-то единое политическое руководство над этим огромным пространством. Я теперь, так сказать, не вижу в новом раскладе, да, в новой России, тех регионов, которые бы для Запада могли сыграть роль стран Балтии или Грузии с Арменией. Потому что, ну, нет такого региона, который бы был бы более, так сказать, более бы тяготел к Западу, чем, я не знаю, там, Москва или Петербург. И поэтому это самые прозападные регионы сейчас самые центральные. Это регионы, где сосредоточена власть центральная. Это не, так сказать, не советская ситуация, когда самые прозападные регионы были Эстония, Латвия, Литва и Грузия и Армения. Может, еще Молдова. Самые прозападные регионы сейчас центральные. Поэтому нет никакого, так сказать, даже гипотетического нет мотива у Запада для того, чтобы хотеть откалывать или отсоединять какие-то регионы. Наоборот, Западу выгодно, чтобы сохранялось единое политическое пространство. И Запад терпел режим Путина. Все же понимают, что такое режим Путина. Запад терпел режим Путина, Запад поощрял режим Путина, Запад дал режиму Путина совершить агрессию против Украины в 2014-2015 году с минимальными последствиями для путинского режима, что, в общем, сказать, между прочим, подтолкнуло его к агрессии 2022 года.
стала прямым, стала фактором, запустившим вот подобный механизм поведения. Угу. Оказывается, так можно делать. Это и Запад все это делает для того, потому что они не хотят распада России, они хотят, чтобы оставалась стабильность, потому что есть два чрезвычайно опасных фактора. Первый мы видели на Донбассе. В случае распада, да, и, так сказать, регионализации, власти приходят совершенно неконтролируемые, неуправляемые люди. Ведь пока Россия не поставила прямых своих ставленников, и пока она изображала, что на Донбассе справятся какие-то донбасские люди, там правили люди совершенно невменяемые. Понятно, что, так сказать, это российские чиновники, они, может быть, тоже, так сказать, не лучший вид, не лучшие представители человечества. Но вот легендарный Моторола и легендарный Киви – это уж совсем какой-то край. Ну, понятно. А таких легендарных Моторола и легендарных Киви будет в каждом регионе. И у некоторых, как оказывается ядерное оружие и сложные объекты инфраструктуры, вроде атомных станций, химических предприятий. И второй фактор – как только Россия распадается, образовывается огромный вакуум, который затягивает других внешних игроков. Может быть, Турция не хочет заходить на Северный Кавказ. Ей это тяжело, может быть, но она вынуждена будет это сделать, если там образуется вакуум власти. Китаю, может быть, не хочется заходить в Сибирь или на Дальний Восток, но он будет вынужден это сделать, если там образуется вакуум власти. И это повлечет, во-первых, так сказать, резкую активизацию геополитических процессов, очень опасную в условиях кризиса. А во-вторых, это вызовет резкую конкуренцию. Потому что если Китай должен зайти на Дальний Восток, то Япония должна помешать Китаю это сделать. Абсолютно. И мы оказываемся в такой ситуации, когда между игроками геополитическими просто в силу формирования вакуума начинает возникать конфликт. Дмитрий, у нас, к сожалению, уже заканчивается время, но я хотел вам поставить еще один вопрос и попрошу вас ответить коротко, буквально на 30 секунд. Какой ваш прогноз, как закончится и когда закончится война между Украиной и Россией? Фактически, чем закончится война между нашими двумя государствами? Ну, то, что война закончится победой Украины, это несомненно. Украина фактически, так сказать, сделала неизбежную свою победу после того, как выиграла битву за Киев. То есть все остальное – это уже доигрывание партии. То есть какие-то могут быть отдельные неудачи, отдельные успехи, но стратегически Украина обеспечила себе победу, я в этом не сомневаюсь. Это первый. Второй вопрос – когда это произойдет? Да? И война с гитлеровской Германией могла продолжаться не 5, а 12 лет. Если бы какие-то сложились благоприятные для Гитлера обстоятельства, если бы удалось прорваться на другой берег Волги или что-нибудь там, или победить в Африке англичан. То есть мы не можем предсказать исход отдельных сражений, которые могут затянуть эту войну. И есть третий фактор, который пока не поддается анализу, это позиция Запада, потому что Запад пока не прилагает усилий для завершения конфликта быстрого. Но ситуация меняется, и она меняется таким образом, что завершение конфликта становится единственным способом выйти из, предотвратить развитие более значительного кризиса. Поэтому и позиция Запада может ускориться, и в случае благоприятных обстоятельств, и если это произойдет, если сложится вот такое сочетание благоприятных для Украины обстоятельств и активизации позиции Запада, то я думаю, что боевые действия закончатся в течение следующих 6-8 месяцев. Если же обстоятельства будут неблагоприятные, и Запад будет продолжать свою нынешнюю тактику, то они, конечно, могут затянуться. Ну, давайте закінчимо на цій оптимістичній ноті. 6-8 місяців – це прекрасна цифра. Дякую вам за участь в нашій програмі. Шановні друзі, дякую вам ще раз. Шановні друзі, ми намагалися з вами сьогодні розібратися, що відбувається в Росії, на Росії, які там настрої і що чекає нас в найближчі місяці. Я думаю, що ми ще неодноразово будемо повертатися до цієї теми. У нас в гостях був Галкін Дмитрій, який був раніше відомим журналістом, політтехнологом, політконсультантом в Росії, зараз в еміграції, і він якийсь час, фактично більше 10 років працював в тому числі в Україні. А з вами був сьогодні я, Вадим Трюхан, і моя авторська програма «Дипломатична кухня Трюхана». Вірте в ЗСУ, вірте в перемогу, допомагайте всім, чим можете, і ми неодмінно завершимо цю війну якомога скоріше. Слава Україні!